Уголь позволил совершить промышленную революцию, которая, в свою очередь, способствовала развитию промышленности, обеспечив ее более современной технологией. АО «Каражыра» — это первое угольное месторождение, которое начали разрабатывать в независимом Казахстане, является одним из богатейших угольных месторождений республики. Объект расположен в Жаносемейском районе Восточно-Казахстанской области в 130 километрах к юго-западу от города Семея. Запасы угля оцениваются более чем в 1 000 000 000 тонн. Продукция предприятия востребована не только в Восточно-Казахстанской области, но и в ряде других областей, а также в сопредельных государствах. Приоритетом для компании АО «Каражыра» является активное вовлечение ресурсов в топливный баланс края. Промышленная добыча угля началась в 1991 году. За годы работы предприятия добыто и отгружено более 100 миллионов тонн. В процессе добычи задействованы 6 дробильно-сортировочных комплексов по переработке угля мощностью 700 тонн в час, свыше 20 электрических и дизельных экскаваторов, более 50 погрузчиков и прочая вспомогательная техника. На месторождении «Каражыра» трудится свыше 1200 человек, которые с честью выполняют поставленные задачи. Как показывает нам статистика из расчетов на 2016 год, добыча угля составила 5,9 миллиона тонн, 2017 год – 7 миллионов тонн, 2018 год – 8 миллионов тонн. На 2019 год планируется добыть 9,5 миллиона тонн угля. Для этих целей инвестировано более 30 миллионов долларов США на приобретение дополнительной техники и оборудования. Специфика добываемого и реализуемого угля на месторождении такова, что из общего объема добычи в 8 миллионов тонн нам удается добыть селективно-коммунально-бытовой уголь в объеме от 1,2 до 1,5 миллиона тонн. Структура продаж угля АО «Каражыра» подразумевает поставку угля со станции «Дигилен» по железнодорожным путям. В этом процессе задействовано 19 тепловозов. Наше предприятие является социально значимым. Основными потребителями добываемого угля являются 8 энергетических ТЭЦ, 6 цементных заводов, ЖКХ малых городов области, крупные промышленные предприятия страны. Наше месторождение – источник высококачественной угольной продукции. АО «Каражыра». Тепло в каждый дом.